Театриуме на Серпуховке аншлаг. В фойе собираются заслуженные народные артисты, заядлые театралы и те, кто пока только знакомятся со сценическим искусством. Через несколько минут их пригласят в большой зал, где состоится премьера спектакля «Вересковый мед» постановки художественного руководителя театра Терезы Дуровой. Для нас это двойной праздник. У нас открывается 29-й сезон театральный и премьера спектакля «Вересковый мед». Это музыкальный спектакль. Как и все наши спектакли, он проходит под живой оркестр. Это спектакль об истории Шотландии. В основе сюжета лежат шотландские легенды. «Вересковый мед» рассказывает историю юноши и девушки, которые восстают против традиций страны и волею судеб попадают в Каледонию III века. На своем пути они встречают центуриона, друида, воинов пиктов. А в итоге осознают истину, главную мысль, которую пытается донести спектакль до зрителя. И в результате они понимают очень важную вещь, которая написана, стала лейтмотивом этого спектакля и написана на всех наших плакатах. Вместе устоим, порознь пойдем. Наверное, это сегодня очень важно понимать, что нам надо оставаться вместе. «Вересковый мед» интересен еще и уникальными музыкальными инструментами. В их числе, например, шотландская волынка, корникс, фидл, кельтская арфа. Не обошлось без народных танцев, стрельбы из лука, фехтования и килтов. Наш театр ставит очень много этнических спектаклей. У нас есть спектакли о Балканах, об Индии, о Японии. На этот раз мы решили отправиться в Шотландию, потому что это очень интересная страна на самом деле. Мы не так много о ней знаем. Это страна с удивительной историей. Например, потрясающий факт, что эту страну на протяжении где-то с III века никто не завоевывал. В антракте, пока маленькие зрители принимали участие в развлекательной программе, взрослые обсуждали постановку, дегустируя сладости шоколадной фабрики «Конфаэль». Она выступила официальным партнером премьерного показа. Любопытно, что можно было не только насладиться продукцией фирмы, но и понаблюдать создание композиции из шоколада. Художник-скульптор работал над ней в течение нескольких часов. Процесс кропотливый, сложный, но очень увлекательный. «Вересковый мед» вошел в постоянный репертуар театра Терезы Дуровой. Ближайшие представления состоятся в ноябре. Спектакль придется по нраву не только взрослым, но и детям школьного возраста. Его продолжительность 2 часа с антрактом.